Я больше такого делать не буду. Вы когда-нибудь видели, как краснеет Ираклий? А мы видим. Я представляю, когда ты звонишь в ночной клуб, где-нибудь в 3 утра, удивите чем-нибудь. Да тут все удивительно, братан. Вот так ты вот знаешь, было. Знаешь, раньше было как-то по культуре. Итак, у меня за опоздание такое количество, да, подохов подготовили. Это мы еще тебе не говорили, что тебе придется петь Вова Чума на грузинском. Владивосток, плацкарт или путевка в ад? В принципе, мне кажется, это одно и то же. Иракли просто рассказал идею своего первого стартапа, как он продавал своим друзьям китайские айфоны, выдавая их за новые. Я к чему это хотел рассказать? Подожди, ну. Тебе сейчас нужно прокомментировать футбольный матч, как будто ты самый эмоциональный комментатор на грузинском телевидении. Готов? Месси, Неймар, Месси, гол! Гол, 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 гол! Гол, 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 гол! Хачапуру тебе... В душу. Друзья, вот он комментаторский дебют Иракли. Страна FM.